Поступил на ремонт партнер 352. Тут, конечно, комплексный ремонт осуществлялся. Замена всех амортизаторов, замена тросика управления карбюратором. Вот. Регулировка зажигания. И сейчас вот еще будем менять звездочку. Звездочка очень большой износ имеет. И сцепление. Вот. Что, почему придется менять сцепление? Сцепление перегрето. Холостого хода получается нет. У нас пила даже на низких оборотах двигается цепочка. Почему? Потому что, видите, даже вручную можно подвигать. Хотя вручную вообще вы не должны двигать. Пружина не держит уже абсолютно. Придется заменить целиком сцепление, потому что пружины у меня отдельно сейчас нет. С человеком я согласовал, с заказчиком, он согласен. Так, вытягиваем тросик. Ручку стартера. Ну, до такого состояния разобрать, я думаю, каждый сможет. Выкрутили, сняли крышку, убрали фильтр, выкрутили свечу. Вот. Теперь я специальным ключом буду снимать, но вы можете ключом от болгарки, как я уже говорил. Чуть-чуть мы подведем сейчас поршень повыше, чтобы нам куда попало не залез канат. Берем веревку нашу и запихиваем ее в свечное отверстие. У меня веревка 5,5 миллиметров толщиной, чтобы ее не так много было запихивать туда. Теперь вот подводим поршень кверху и откручиваем. Открутили. Теперь немножечко литола. Там у нас уже подшипничек стоит. Чуть-чуть так литольчиком мазанем. Вот. Ставим прижимную шайбу. И закручиваем новое сцепление. Здесь у нас левая резьба. Теперь мы отпускаем наш трос, чтобы он у нас уперся. Во. И подтягиваем. Вот так вот. Ну все. Звездочка поменена, сцепление поменено. И это сцепление вы уже руками не раздвинете. Ну вот и все, сейчас мы все это дело соберем, поставим свечку и пойдем пробовать наш партнерчик. Всем удачи, пока, подписывайтесь на наш канал.